на Экшу, а сегодня мы купили вот такую лестницу. Купили вот такую лестницу? И здесь есть колечки, канат и лестница. И турничок, да, вверху, где можно подтягиваться? Я сейчас покажу. Ну, показывай, что ты делаешь. Опа! Вот так можно с колечек спрыгивать, а висеть, кататься. Сейчас покажу. Если даже здесь не научился, надо забиваться туда. И стоять просто на одной. Ну покажи, как ты туда поднимаешься. У тебя получится? Я не знаю. Ну попробуй. Он говорит, попробуй вот так. Как? Оп. Ну давай. Оп. Не бойся. Давай! Оп. Все, хватит. Не получается? Нет, слишком нелегкий. Нелегкий он. Нелегкий путь это был, да? Ну, покажи канат. Что ты делаешь с канатом? Вот что мы делаем. Мы катаемся на канатике. А подняться по канатику сможешь вверх? Не, я не могу. Не можешь. Только не могу. Ты только можешь спуститься, наверное, да? А ну показывай, как ты это делаешь. Я боюсь. Боишься? Ой. Тушка получается, что можно делать? Лазить по этой лестнице, да? Вот высокая. Потом на колечках еще можно висеть и спрыгивать. На канатике можно лазить. Но надо подниматься, конечно, надо научиться подняться. Если какая-то дорогая игрушка, то сюда можно ложить на какие-то... Игрушки можно туда ложить? Нет, это не для игрушек. Это же... Игрушка можно положить. Это заниматься надо. Надо заниматься, надо делать... А ну давай, попробуй подтянуться. А ну давай. Здесь? Ну да, ну давай. У тебя получится? Хоть немножко. Давай вверх, ну давай. Ну, нет? Нет, я сейчас покажу. Ну давай, ну покажи, как у тебя получается. Ну чуть-чуть, да. Сейчас надо больше. Ну силач. Я сейчас покажу. Ну давай, попытка номер два. Сейчас, скажи что-то смешное, мам. Ну что сказать, я не знаю. Ну, Сашка, Чебурашка. Это ты подтягиваешься? Так они играют на эти, как тебя зовут. Я что делала, то и делаю. Ты спортсмен? Теперь нужно заниматься. Будешь подтягиваться, лазить, подниматься на канаты. А ну попробуй на канат. Попробуй, хоть немножко ты подымешься сам. Нет. Подымись. А ну подымись вверх, вот так ручками. Перетягивай ручками. Давай. Ручки вот так переставляй. Вверх. Ну спустись. Выше подымись и спустись по канату. Получится? Не, ну спуститься-то получится, а вот подняться. Ну ничего, мы будем тренироваться. Спуститься это легко. Он спрыгивает. Он просто спрыгивает и все. Да, вот это канат. Лайк и подписывайся на канал Айкс. Лайк.